Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. И сегодня я расскажу вам, как пройти новый Фарзафон, который продлится с 4 по 11 мая. Ну что, поехали? И первое, чем встречает нас майский Фарзафон, это распродажа. На все автомобили марки Aston Martin будет скидка 30%. Ну а мы переходим к испытаниям. И за первое испытание можно получить 35 тысяч опыта. Чтобы его выполнить, вам потребуется продемонстрировать технику воздух 10 раз. Я думаю, все прекрасно знают, как ее выполнить. Но если вы не знаете, вам достаточно просто оторвать автомобиль от земли. За второе испытание можно получить 55 тысяч кредитов. Чтобы его выполнить, вам потребуется автомобиль марки Bentley. Ну а чтобы пройти испытание, вам потребуется продемонстрировать технику дрифт 20 раз. Не путайте дрифт с дрифтом на ручнике, вам нужно пустить машину в занос без ручника. Для следующего испытания вам понадобится машина GT. Ну а нужно всего лишь победить в любой гонке. Ну а приз за последнее испытание — это Bentley Continental Super Sport. Ну а на этом все, друзья. Не забудь подписаться, чтобы не пропустить следующий Фарзафон, который стартует 11 мая. И поддержи меня лайком. Всем пока и удачи с выполнением заданий.